Сегодня отзначается День спажылца. Сёлета он проходит под девизом «Оборона правоў спажылцоў у эпоху разумных технологий». У жыццё людей трывало увайшли усе магчымыя гаджеты. Смартфоны, голосовые помощники, разумные телевизоры и гадзінники. Яны подключаются до интернету, атрымліваюць и отправляют дадзеныя об спажылцах и их паводзінах. Прогресс лічбавых технологий повинен улічваць интересы спажылцоў, право на якость и бяспеку разумной электроники и право ведать, як збирается, опрацоўваецца и выкарыстоўваецца особистая информация. Обращаем внимание на покупки в сети интернет, то есть где мы совершаем. Это у нас должен быть интернет-магазин, зона Байбел, и, к сожалению, не социальные сети, поэтому, пожалуйста, покупатели, будьте внимательны. Возникают сложности с возвратом, обменом дорогостоящего товара, технически сложного товара. В частности, что покупатели не знают о том, что данный товар, мобильный телефон, духовая печь, холодильник можно вернуть только при наличии существенного недостатка. В иных случаях данный товар обмену возврату не подлежит.